Христос воскресе! Смертью смерть покров Иисус. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, хотели вас поздравить совместно с местным изданием. Пожалуйста, Александр, пойдешь к нам. Вот инициатор Александр, вот, он решил вас порадовать принесением совместно благодатного огня там в храм, мы зажгли с вами лампадочки. Вот чтобы и ваши сердца обсеплилась эта лампадочка, чтобы в ваши сердца горел огонь любви к Богу. Можете зажечь свечки и огонек домой нести в свою комнату. Христос воскресе, Божия, а праведница за воскресе, я благодарна. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Сейчас я плыву. Это нам, ну, надо будет спуститься, опять сейчас проехать на вот Институтстрой и повернуть налево перед Народным судом. Саш, тогда проходи вперед, наверное. Смерть поправ, и сущего гробе живот дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущего гробе живот дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим во гробе живо дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живо дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живо дорога. С ключами, с Пасхой, с каждым яичком. Да? И чаще всего человек ассоциирует именно с этими вещами этот праздник. Но очень важно, чтобы мы с вами понимали, что праздник Пасхи – это не только вкусное и интересное угощение. Но самое главное – это победа Бога над смертью. Это победа доброты, любви, взаимопонимания над грехом и непорочностью. То есть Господь победил всю скверну и дал человеку возможность быть счастливым в этом мире. В этом и есть суть воскресения Христа. С этим вас хотели поздравить. И огонечек, который мы с вами сегодня будем сжигать, непростой огонь. Господь в пасхальную ночь этот огонь посылает с небес. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ,
Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ. Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ. Все замечательные руки там, кого есть, убегайся. Она же я. Ну, если всех не получится, Жарыч. Вот это ты случилось, да? А, нет. Они не закончили. Христос воскресе! Христос воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры, дорогие ребята! В эти пасхальные дни мы вместе с нашими друзьями вместе в Ордове хотели вас поздравить с Пасхой Христовой, со Светлым Христовым воскресеньем и привести вам благодатный огонь. Благодатный огонь, история его следующая. В пасхальную ночь в храме гроба Господня главный священнослужитель Иерусалимской церкви, патриарх Иерусалимский, входит с потушенными, погашенными свечами в этот храм. И Господь сам посылает с неба огонь. И свечи зажигаются сами. Также у тех людей, которые стоят на почте рядом с этим храмом, происходит. И с этими свечами потом идет шествие к храму, где совершается пасхальное богослужение. Особенностью этого огня является то, что он не опаляет. Первые несколько минут после своего появления от него ничего не сгорает. Люди даже могут прислонять свои руки, лицо к этому огню, одежду, и ничто не повреждается. Такая особенность. Господь через это показывает нам, что Он рядом, что Он всесилен, что Пасха – это истинный праздник и главный праздник для каждого из нас. С этим хотел бы вас и поздравить. Но хотел бы также пожелать вам, чтобы то, о чем мы с вами можем прочитать в Евангелии, если отвлечемся от телефонов, возьмем в руки книжечку, которая называется «Евангелие», и почитаем ее, то мы с вами увидим, что эта книга, точнее, поучение Бога, обращение Бога к нам пронизано любовью, пронизано желанием помочь друг другу, милосердием, неравнодушием. Именно с этим я хотел бы вас поздравить в эти дни, чтобы все это было бы нам свойственно, что все самое доброе, что в нашей душе есть, которое зарождается, это любовь, взаимопонимание, желание помочь человеку, не пройти мимо, чтобы все это возрастало в нашей душе с Божьей помощью. А все, что исполнено эгоизма, самолюбия, тщеславия, чтобы это из нашей души уходило и никогда больше не возвращалось. Хочу пожелать вам радости, которую мы с вами испытываем каждый раз на Пасху, чтобы эта радость сопровождала вас всю вашу жизнь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздник, ребят. Девочка, это мало. Пойдем.